тему. Фильм «Михаил Кибергостя» с упоминанием о том, что еще в 40-х годах ее просили не выступать в Москве с рассказом о тысячах голодающих ленинградцев. Ее слова «никто не забыт и ничто не забыто», высеченные на Пискаревском кладбище, были присвоены казенной идеологией, чтобы прикрыть холодное равнодушие. Никогда на торжественных заседаниях не поминали погибших в блокаду. Никто из руководителей партии не произнес доброго слова в их память. Сталин ни разу не воздал должного упавшим за Родину, и его и ученики, разумеется, также. Не позволялось оплакивать неисчислимые потери, даже называть их. Замалчивание наших потерь относилось не только к Ленинграду. В 1985 году вышла энциклопедия «Великая Отечественная война». Слова «потери» там нет. Нет цифр погибших в войну, в плену. Слов «плен», «пленные» нет. Редактор энциклопедии Козлов, Барабаш и прочие ревнители истины даже спустя 40 лет победы робко обходят старые табу, поскольку цифра общих потерь войны выглядела невыгодно в сравнении с потерями противника. С числом убитых не считались на фронте, тем более в тылу. Пренебрежение к ценности человеческой жизни было основной чертой сталинизма. Общая цифра военных потерь, пишет Лазарев, раз от раза менялась весьма существенно. Вскоре после войны было объявлено 7 миллионов, 20-летие победы – 20 миллионов. Наконец, в прошлом году – 27 миллионов, из них 8 миллионов 700 тысяч военнослужащих. Никто не забыт, ничто не забыто, но забыты были. Принудительный оптимизм умышленно прятал от людей, от истории и количество погибших, и трагедию величайшей в истории войны, народного страдания. Вторая мировая война породила три города-символа. Хиросима – ужас атомной бомбы, Сталинград – символ сопротивления и Ленинград – символ страданий непобедимых людей.